Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você, escura, na madrugada, dançar, pular. Начинаем свадебную церемонию. Я объявляю вас мужем и женой, можете поцеловать друг друга. За любовь наших молодожёнов! За любовь, Вики! За любовь, Лёха! Громче, ура! Потому что я хотел бы пригласить сюда родителей наших молодожёнов! Все громче родителя! Кто будет первый делиться? Давайте решим на референдуме, друзья. Папа жениха будет первый. Ну что же, тёща так тёща. Где познакомились молодожены? Не вижу рук. Ах, вот вижу. Человек, который озвучивает мультфильмы, мне кажется, злых героев. Я мягкий пушистый. А может быть, вы сможете рассказать все-таки историю знакомства, как-то более подробно, какие-то более интересные факты? Нет, вот, вот мой мальчик рассказать. Вот я на него перевожу. Вот. Вы на официанта сейчас показываете? Не-не-не, вот рядышком, он сидит, носик вытирает. Чем он занимается, если он вытирает носик? У него все впереди. Если он будет так же носик вытирать, у него такой же голос будет. Итак, это про вас, да? Да, это про меня. Дело было так. У одного нашего был знакомый день рождения. Вот, мы все собрались. Вот, Лёха с Викой не были знакомы. Какая красивая история, вы прекрасный рассказчик. Столько интересного и нового мы узнали. Кстати, он не человек. Какой? Который без руки? Итак, друзья, мы переходим к человеку без руки. А лучше вас спросить у парня, который сидит в отцовстве. Друзья, молодожены очень долго репетировали. Занимались, готовились. Поддержите их аплодисментами! Счастье! Ну и самое свадебное слово. Какое? Горько! 3-4! 3-4! У нас конкурс на самый необычный, самый нелепый подарок для молодоженов. Колтрекс, чтобы вы никогда и ваши дети не болели. А зачем тогда колтрекс? Ну, хоть разочек. Давайте расскажем, что это за новые начинания. Давайте, давайте. Всем интересно, конечно, но хотя бы три. На новые начинания. Интересные начинания. На ваши эротические фантазии. Да, ребят, 100 рублей на ваши эротические фантазии. Это, конечно, сильно. Сейчас под эту зажигательную музыку задача вытащить всех на этот танцпол. Всех абсолютно. Никто не должен устоять.